Сегодня вот 29 ноября 2017 года. Время у нас уже вечернее, без 29. Наконец-то мы приехали с Потеряевки, загрузили когда дрова там, вот с дровами, КамАЗ с прицепом. Он заезжает. Слава богу, хорошо доехали. Дорога хорошая была, асфальтная. Ну понятно. Хорошо, что у него габариты столько работают. Освещается. Новогодняя елка целая. А что там? Замечательно. Там, наверное, не видно, я тут рукой махал. Так, вот эти двери. Да, это можно. У вас вывалится на эту сторону? Я могу на эту сторону вывалить. Ну все. Все, вот вместе? Туда поставить, вот где я стою. Прямо. Все достаточно. Там только не заехать вот идет. Все, тут ничего нету. Подожди, вываривать будет когда. Прекратите. Спрячься, типа. Ой-ой-ой. Так он еще и с этим и тоже там в тот раз так же было, да? Какая мощная палатка у него. Ну это у него тен. Тен. Тен, да. Для машины специально. Ага, да-да-да.
люди не было. Все устили до одного, только Степа не было. Степа потом подошел. Алёши не было, он в Барнауле. Может даже осталось у Романа. Это все, что у Романа сюда влезло. А у нас что, не забрать? Некуда, некуда было. Так сначала от нас надо было забрать. Но вы так написали в порядке очереди, что от нас. Да. Я подумал, как-то нерационально кому-то. Да. Ты вот не думал бы, а ты бы сделал как надо-то. Что-то мы не должны были, а сейчас к Роману возить надо будет. Они без меня начали работать, они у меня не приехали, начали разгружаться Романом, потом начали сходу там ездить. Ну ладно. Тем более я вам расписал, какой порядок. Последняя очередь к тебе. Вторая Романа, потом к погоде. Я представляю-то. Ну ладно, уже еще, Юрий, видел мою голубятню там высокую-то? Нет. Не, мы же не доехали. Мы как не доехали? Ну не доехали, мы же у Романа были только. Ну, у нас-то там дров-то сколько, то есть, я не знаю. У Романа даже еще осталось. Ну что, все забрали у Романа? Не, еще осталось даже. Нет, у него там было, Люда сложила уже ему лично много дров всяких. Ну ладно. Мы же не все забрали. Половину уже только. Вот какое дело. А у вас тут занятия были? Видите, да, Игнать Ильич? Сворачивает. Я вижу, вижу. Видите, да? Это хозяин, потому что сворачивает. Хозяин там бы рванул, бросил. Кофе это не надо, Володя, сейчас оторви. Вот начинает выгружать. Есть КамАЗа. Что он сказал? Ничего не сказал. Это ну, немного там высыпалось. Надо вот эту кучу уронить, как бы я не знаю, как ее сделать-то, что надо. Что вам подать не будет лучше? В туалете мы пойдем. Серьезно? Ну что, разроем? Я смотрел, чтобы это фонари, чтобы это...
Нам надо обойти. Там в верхнем углу застряли дрова. Палка что ли какой-то, я не знаю. Надо палку, палку. Никита! Палку надо, палку! Никита, дрова застряли, дрова застряли. Дрова застряли. Только залезь кто-нибудь туда. Надо палкой. Палку какую-то, вон. Вон там, это, я не знаю. Топора снимут, у меня он, сломаю его. А куда ты его сейчас набор стукнул? Да нет, не вытаскивай. Я потом оттихну. Потому что куда я с ним полезу? А там скользко, куда ты полезешь-то? Еще немного осталось. А? Немного еще осталось. Давай. Часть осталась. Давай, брат, попробуем. Они что, снегом? Туалет, туалет, приходи. Палкой. Она работает. Хорошо, хорошо. Хорошо. Еще верхний угол тут. Надо. Сейчас. Ну все, она сейчас, он там самый угол, брата, это. Входим. Он тот угол самый-то, потереби. Тут снег опускается, они ищут. Да, полностью взрой. Туалет у нас. Да еще за туалет выйдет. Да мы сделаем, конечно. Все, брат, я думаю, нормально. Я тоже думаю. Да, все. Палку забирай тут. Сейчас ты это, ты пока стой там, я сейчас его опущу, кузов. Там что останется на этот минимум. Ладно, там палку. Да, она не мешается, давай. Держись там за борта-то.
Все, скидывай. Да, это не... Все, брат, сталкивай все это. Брат, сталкивай. Да, что сделать? Приходится. Отлично получается. Надо у Игнатина сейчас спросить. Я думаю, что не знаю, а можно это рядышком, если туда? Да, сюда же. А, сюда же, но. Не вопрос. Не, просто можно проход хотите оставить. Или как? Метелки нету сразу, снег смести. Есть. Сейчас. Ну вот, продолжаем грузить дрова. У Романа тут, у брата. У него тут много еще дров. Может, даже вторую машину здесь нагрузим. Сейчас вот кузов накидывает этот. Вот. Прицеп уже нагрузили. Он сейчас его отцепил, поставил он там. Сейчас сюда будем сам КамАЗ нагружать. Брат, может ему задом также заехать-то? Может ему также задом заехать, чтобы удобнее грузить-то было? Нам складывать-то именно. Удобнее будет сбоку, чтобы вываливал. Думаешь? Да. Нет, не будет. Он нас засыпает. Там надо задом. Пусть он посередине, да. И вперед ему задом. Да, да. Человека сколько? Человек 5 тысяч, ладно. Все, Никита, пойдем наверх. Там человек 5 будет. Не знаю, мешки куда? Нет, они с чем? С глиной. А, с глиной. Ну. Надо их тоже. А где они, брат? Мешки тоже. А где мешки, что? Шесть, там шесть мешки. А, туда все? Туда, туда. Туда, туда, ползуно. Барнаул. А, вот еще глину вот эту. А. Это колодезная глина наша. Вот, это, попроси, чтобы приняли, да и все. Виктора. Да, она же не будет мешать, только сверху. Сейчас он трактором подвинет, потом закинет. А, ну да, на трактором можно. Тяжело будет. О, мир тебе, Исаак. Вон ступенька, вон. Вон лесенка. Лесенка. Лесенка, вон, на борту прямо, на борту. Вот. Не, вот, Иса, на борту. Он старается втроем нагружать. Тут у одного только Романа дров хватит, на обе машины, наверное. Залезть и показать, я не могу подняться. Сейчас еще раз попробуем. Вдвоем загружать дрова, выкинуть.
у него камера такая появилась. Хозяина нет. Еле-еле залез с камерой. Шофер. А вон как вы придумали, перед, назад сразу. Здорово. Пойди, Володь. Да я сейчас уйду. Да, тут не складывай. Так, уходим. Брат, берегись. Страшная техника. На самом деле, на земле. Где нам открывают? Конец, работа какая-то. Просто вообще доска такая была. На стену я вижу. Уже и Тургенева читал. Тургенева. Знания тоже нужны. Да. Буду рассказать. Да, блин, расскажи. Слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот, подходим к концу. Грузить второй КамАЗ уже. Вторую именно вот эту. Как ее сказать? Телегу. Даже все, обе машины загрузили. У Романа, малыша, здесь. О, Степа даже помогает нам. Степа первого. Степа никуда. Степа, наверное, какая-то награда ждет дома, да, за это дело? Пирог какой-то сладкий. Вот с Божьей помощью он уезжает. Видите, Александр сидит в кабине. Задумался. Братья заканчивают там уже. Осталось немножко там закончить и все. Груз заготовил для дома строительства. Вот у него новая у него сарайка. Хорошая такая. Молодец, какой сделал. Там, видимо, даже вон ворота предусмотрены, чтобы что-то можно было затащить. У него какая интересная сосулька образовалась на конце лохнальстила. Уже закат. У нас уже сейчас, скажу, сколько времени у нас, 9 минут 6 уже. Уже часа 3, больше, наверное, грузим. Часа 4, наверное, уже.
Решили вручную выгрузить, видимо, чтобы быстрее получилось. Чтобы сложить нужно было. Вот уже шофер Юрий теном закрыл сверху прицеп с дровами. Батюшка уже выписал документ, что это нам принадлежат дрова, на случай, если гаишники остановят. Вон Алексей стоит, Устинов. Что-то, видимо, привозили ему. А вон и Яна у Виктора Савченко с ребенком гуляет. Вечерняя прогулка перед сном, видимо. А место еще будет подвинуто? Будет, да? Угу. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот. Подъезжает уже сам КамАЗ. Прицеп мы выгрузили. Ближе сюда. Еще взять туда. На эту же? Да. Крестовину держит для голубей. Вон она, наверху. Отвязать ее придется, да? Здесь. Или нет? Да нет, а что нам? Она вроде не должна помешаться. Чтобы эта крестовина не упала. Да, и камера это придется. Давай это лучше отвяжем ее, пока есть. Сейчас подвяжу. Нет, мне кажется, надо отъехать это. А, здесь ты имеешь? Просто тут потом вдвоем мы это самое. Ну, либо... Может отъехать лучше, Юрий? Ну, может, на самом деле, зачем так? Да, лучше отъехать. Да. Сложнее будет намного все. Надо по тому углу ориентироваться. Ага, давай, брат. Картинка идет. Все, давай. Что, моя? Похож на эту. Точно, спасибо. Не, еще можно полметра назад. Полметра. Назад. Я думал, вперед. Проволока держит крестовину, голубей. Боится, чтобы не зацепить ее. Нормально, пойдет.
Но все равно здесь поближе потом таскать будет. Джекпот такой, джи. Вон мешки с шерстью. Там какая-то как будто нога торчит, какая-то шерсть. Это шкура. Что-то там, видимо, за это не убрал. Не идет. Что-то не убрал, да? Какое-то место там. Вот это, вот это видеокамера у него, да? Да. Интересно сделано. А можно назад, Никита? Можно было бы назад? Нет, ладно, не перепускай. А ну-ка, дальше вот это что? Тоже снег? Да, это снег. Щепки со снегом. Не, ее тоже. Удобно. Ну а как ты думал, скалолаз-то как лазит? Так и лазит, мучается его, лазит. О, молодец. Сейчас, бросаю куда? Не пробьешь, говорю. Ладно, остальное пойдет.
Сейчас он отъедет. Смотри, может, что-то где-то выпало, нет? А что это? Бабушка передавала. Бабушка передавала. Не знаю. Ну, положи пока, положи. Игнать, значит, попросил на видеокамеру деньги показать. Потому что нам отсчитываться надо. Сколько рассчитались мы? Все или как? Ну все. Да. Которого он дал. А? Которого он дал, да. Не, романовский не надо. С кармана как будто достаешь еще. Сколько? 6 получается? 6 тысяч рублей. Так, ну все, ты сразу сейчас прямиком поезжаешь, да? Прямиком выезжаешь сразу? Да, сейчас выйду, зацеплюсь. Помощь там не нужна? Нет. Нет. Ну все. Ну все, с Богом, Юрий. Да. С Богом. Благословит его Господь, милости своей, да даст духовное рождение. Ездили с ним всю дорогу, ему свидетельствовали о Христе, о суде Божьем. Он сам человек совестливый, по его рассказам. Так. Ну все, слава Христу. Аллилуйя.